чайный стайл. Это второй выпуск с Александром и его женой Сноу. Мы направились в аквапарк, как и обещали, да, Саша? Да! Сегодня праздник! По-китайски Джонцюзи. Сегодня 15 сентября. В Китае очень великий праздник после китайского Нового года. Праздник называется День середины осени. В этот день принято кушать пряники, смотреть на луну, быть в кругу семьи. Вот как-то так китайцы празднуют. Миле, сколько тебе лет? 4 лет. А? У меня 4 лет. 4? Тебе жарко? А мне 5. Скажи по-китайски, мне жарко. Я упала. Упала. А мне 5 лет. А будет скоро? 6. Ну-ка скажи. А у Полины сейчас 7. А скажи по-китайски, 6 лет. А? У. Нет, 6 лет. Лео. Ура, мы зашли. У-ху. А мы уже одеты. Да, пойдемте сразу в ячейку. Ячейку проплатим и там сразу просто скинем вещи и все. И пойдем. Слава загорает! Да, в пинке, да, загорает. Вот так надо. Полочный загар можно. Вода бьет прям такое. Поехала! Ловлю тебя! Вау! Молодец! Мама тоже здорово съехала. Привет, пошли плавать. Привет. Эй, пошли плавать. Пошли плавать. Расскажи, Слава, это вот эти подъемные штуки? Да, да. Вот здесь получается подъем, это уже использованный. Там садятся по двое, мама, ребенок, допустим, и вот так. И шмарки. Они расходят. Поехали. Выезжают. Все. Дети все в защитных жилетах. Родителям можно, взрослым можно без жилетов. Разрешается. Ловлю тебя! Привет, ребята! Приехали! Они с какой еще и выехали? Привет! Как? Понравилось? Понравилось? Еще пойдем? Еще пойдем, Катя? Пойдем, ну как сама, ныряй! Давай, теперь ты так же, ныряй! Ныряй! Сама, Миля! Давай, ныряй! Давай, еще раз! Ныряй! Оля, на что ты способна? Вот я способна. Дурачиться способна. Что?
Агата, скажи всем привет. Всем привет. Сегодня не жарко, да? Да, хорошо. Привет, приехали. Вам тоже привет! Привет! Как дела? Вставай, давай, давай! Вставай! Ай. Понравилось тебе? Понравилось? Как попкорн ты говоришь по-китайски? Как? Ой, погромче! Вероника, пушка большая для тебя, да? Пушка большая, да? Нет? Ура! Дождь начался! Ну, все побежали, смотри! В общем, мы решили взять тюбы. 2-3 местных. На нашу с Утолкуном хватит 2-3 местных тюба. Вот. Мы пойдем сейчас на ленивую реку. Ленивая река 5 километров. Протяженность 5 километров. 40 минут. 40 минут пути. 40 минут, да. Да. Берем 2 туба и вперед на сплавление. Классно! Давай! Давай! Вперед! Надо пересесть, что-то неудобно как-то сели. О, еще. Битва. Ах вы такие, а? О! Мама говорит, что оно прикольно выглядит. На, его бойся. Убери конфетку. Тут надо поудобнее сесть. Давай камеру. О, удобно, лёг. Вообще, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Держись. Я его заснял. Запомнили его. Привет! Да.
приедем сюда играть? Хорошо. Ну, в следующем месяце. В следующем месяце приедем. В октябре, наверное. Ну вот мы и это приехали, наверное, нет? Или еще поедем? Эй! Молодец! А я? А я? А я? Нини, смотри-ка, что там впереди у нас. Нини, впереди. Ну-ка смотри, говори, что там такое у нас. Лёд. Куда мы плывем? Лёд. В лед плывем? В холодную пещеру. Там пингвины, что ли? Холодно. Чего там идем? В лед пойдем? Ну давай. Пошли. Пошли в пещеру! Давай! Смотри! Снежинки! Какая красота! Хочу еще покупаться! Следующий...
следующий раз уже, в следующий раз мы приедем в следующем месяце и будем с вами снова играть. Договорились? Давай, пойдем сейчас, выходим, обсохнем. Давай, давай, давай. Все, мы накупались. Завершаем это видео. Саша, тебе понравилось? Да, все замечательно. Отличный парк, отличные аттракционы. Ну, правда, куда-то мы не попали, куда-то мы... Не попали, почему? Потому что с детьми. Да, ну, да, это блин, ничего. Было клево. Кнопочка здесь. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока.